Я поздравляю тебя с победой, очередным голом. Хотелось бы узнать твое мнение по поводу прошедшего матча. Всех поздравляю с победой. Очень рад, что выиграли, что получилось забить, потому что давно не забивал в чемпионате. И психологически это давило на меня, потому что я нападающий, должен забивать голы. И чуть-чуть сейчас чувствую себя лучше, потому что смог забить. Поздравляю всех и молодцы, что отнеслись серьезно к игре. И надо сейчас также отнестись к игре серьезно, как с бельцами, как сегодня.